Всем привет, всем привет! С вами Шамага, вы на канале Шамаги. Сегодня поиграем в игру под названием Вроде как так. Она сердится по-русски. Вы начинаете первое прохождение, различные решения ведут к разным частям истории. Для раскрытия сюжета мы рекомендуем посмотреть фильм минимум два раза. Она сердится. Представляю. Каждое решение имеет значение. Смотреть. Посмотрим, о чем мы сюда пришли. Ну, это чувак из все во все тяжкие или нет? А нет. Как я понял, это игра-фильм, вот, где мы просто будем тыкать кнопкой какое-нибудь решение, и нам будут давать какую-то историю. А так это просто кинематографично, классно, шикарно, великолепно. А может и нет. Нам поступил звонок о том, что в вашем клубе убили человека. Да озвучивать не надо. Прекрасно, прекрасно. Я просто сижу и наслаждаюсь. Уля-ля. Балтика. А это что, это наши что ли делали? Подожди. Это что ли наше все или не наше все? А? Кто знает, напишите, пожалуйста. Позаботиться о теле, оставить на месте. Позаботиться, конечно. Будем заботиться об этом теле. Я думал, он будет заботиться о теле, а не заботиться. Что произошло? Он переоделся, типа, или что? Это русские актеры, да? Миленько. Телефон. Да, слушай, это, по-моему, русские актеры, смотри. Сигнал подтвердился. Вызывай криминалистов. Да, и скажи, чтобы мешков взяли побольше. Они нам еще сегодня пригодятся. Ваши коллеги тут всех клиентов распугают. Может, мы их через рабочий вход заведем? А что с камерами? Они у нас работают только на зал. Здесь глухая зона. Помогите снять. Стоять. В вашем положении не советую до него дотрагиваться. Статью 303 за сокрытие улик еще никто не отменял. Ну так если статью никто не отменял, может мы пройдем в офис и там подождем ваших спецов? А то мы тут все затопчем, а вы потом на нас свалите. И какой в этом смысл? Охранник был уже мертв и не представлял угрозы. А нападавший все равно задержался, несмотря на риск, чтобы повесить тело. Да он буховый был. Врубил режим Рэмбо. Нет, ну пьяный бы с ним не справился. Как-то все очень сложно для случайного посетителя. Это сообщение. И у него есть адресат. Mm-hmm.
Нападавший понимал, что вне зависимости от того, кто найдет тело, есть только один человек, которому сообщат все подробности. Вы это серьезно? Думаешь, если это мой клуб, то я тут всякую дичь должен воспринимать на свой счет? Нет. Только то, после которой трупы остаются. Может, с такими намеками мне пора вызывать адвоката? Пока не стоит. Но вы имеете право на его присутствие. Ситуация начинает проясняться. Подождите, не подскажете, где туалет? Ухо говори. Где туалет, не подскажете? Туалет, смотри. Смотри, вон, видишь ворота за розовым бассейном? Может, покажете? А? Может, покажете? Быстро, давай туда. Ему навстречу кто-то шел. Этот кто-то однозначно из персонала. Моя охрана его без боя бы не пропустила. Нож. Да хорош тут все ломать, а. Вода. Thank you.
Стоять! Чё у тебя здесь за срач, а? Банально отвлекающий маневр. Ваш гость уронил бутыль с водой. И пока охранник с ней возился, он спокойно прошел прямо за его спиной. Да почему охранник-то? Здесь другого персонала полно. Обратите внимание на пол. Вы заметили, что он идеально вычищен? Даже у самых стен, в углах, везде сухо. Я очень сомневаюсь, что ваш уборщик так тщательно выполняет свою работу. Над ним кто-то стоял. А кого здесь бояться, кроме вашей охраны? Давай, убирай. Юрий Евгеньевич, я вам советую сменить охрану. Ну, идемте. Мне даже стало интересно, что этот незнакомец успел еще натворить. Подожди, сейчас солнце догоним. В службу, подай отвертку, а? Держи. Держишь? Угу. Спасибо. Где-то час назад. Да не, минут 30, не больше. Юрий Евгеньевич! Юрий Евгеньевич! Я что вспомнил? У него вот здесь на шее татуировка была. Какие-то иероглифы китайские. Юрий Евгеньевич, вы знаете кого-нибудь с такой татуировкой? Нет. Thank you.
делать. Там ремонт. А я думаю, есть что. Максим, он сам. Откуда знаю? Это вас надо спросить. Должен тебя за это собакам скормит. Вот и стариков. Но Джек, из-за любой мелочи. Как порох взрывается! Стой, сусор! Подожди, я знаю! Он ушел дальше по коридору. Другого варианта у него нет. Идемте.
Я что, тут сам с собой разговариваю? Это частная территория, и тебя сюда пустили, чтобы ты нашла тех, кто режет моих парней. Поэтому давай пойдем, и ты будешь выполнять свою работу. Вы знаете, эта девушка? Тамьяна. Куда вы? За дочерью. Кто такой Максим? Тот, кто среди банок с краской лежит. Возвращаемся обратно. Оттуда у него только один проход. Через склад. На той фотографии рядом с вашей дочерью стоит какой-то парень. Это кто? Моя дочь молодая и красивая девушка. Вокруг нее постоянно трется какая-то шваль. Я отвлеку эту суку. Сходишь и проверишь схрон. А вы обо всех ее поклонниках сохраняете газетные вырезки?
А в клубе теперь Яна хозяйничает. Она у нас уже несколько месяцев управляющая. Подскажите-ка мне номер телефона. Не вижу смысла. Она все равно трубки не берет. Вот когда перезвонит, тогда и спросим у нее про эти газетенки. Юрий Евгеньевич. А вот теперь, мне кажется, вам стоит вызвать своего адвоката. Шеф, а где ружье? Все на пол! Дальше, оттуда! Он где-то здесь. Закройте шторы. Держи дверь. Можно подняться. Я думаю, нам надо. Вызывай армян. Сколько? Всех. Я этот клуб на доски разберу. Но найду этого ублюдка. А нам не нужны армяне. Далеко эта комната? Это хорошо, что ты еще здесь. Стоит принимать необдуманные решения. Кто-то хочет пострадать от рикошета. Аккуратнее. Он может выстрелить через дверь. Ночной клуб «Рай».
В подсобных помещениях произошло тройное убийство. В комнате со стульями, в вентиляционной шахте, вы найдете тайник с кокаином. Что дальше? Я просто хочу выспаться. Все, пока. Ты отцу позвони, когда этот вылетит. Все хорошо? Да. Все, да? Это концовочка? Я могу заканчивать? Ребят, если понравилось, да, как бы я тут ничего не делал. И все. Песни. Вы делали песни? Если меня забанят за песни, это будет очень печально. Вы покупали песни или не покупали песни? Короче, расскажу вам так. Я так и думал, что типа этот чувак, это типа это тёлка. Но в конце, и вообще, было бы прикольно, что если бы этот чувак, точнее, эта тёлка, которая якобы детектив, она бы была бы его сестрой. Того чувака убили, она за него типа мстит. Вот это было бы, да. Но, скорее всего, так оно и есть, наверное, да. На самом деле, сюжет раскрывается где-то в... где-то в середине, там, в начале, потому что когда показывают крупный план, когда в кепке и в капюшоне, а потом эту теточку, да, это все, в принципе, становится ясно. В общем, все, не буду вас долго держать, да, это был Шмыга. Всем счастливо, всем пока, да-да.